Великолепные пейзажи, художественное осмысление и одушевление философских образов и человеческих эмоций, молодости и старости, жизни и смерти, любви и страсти. А главная тема – гимн красоте женского тела. Все это с особым вдохновением воспето в творческих работах удивительного австрийского художника Густава Климта, основоположника модерна в австрийской живописи. Копии его работ собраны в удивительную экспозицию, которая называется «Густав Климт. Эротика, пейзаж, рисунок». Выставка работает в нашем городе. Витебчане – аудитория требовательная и благодарная, умеющая понять идею произведения и по праву оценить ее. Поэтому именно жителям культурной столицы, да еще в год, объявленный Годом культуры в Беларуси, выпал шанс первыми увидеть работы великого мастера. Вниманию горожан и гостей Витебска представлены 54 копии произведений художника. Все работы выполнены витебским художником Дмитрием Горолевичем с разрешения музеев и галерей, где хранятся оригиналы. Посетители смогут увидеть такие шедевры, как «Даная», «Юдив», «Поцелуй» и многие другие. Оригиналы полотен Густава Климта являются достоянием лучших музеев мира. Венской галереи, Венского музея Леопольда, Национальной галереи Рима, Галереи современного искусства Нью-Йорка, Центры искусств IT в Японии и многочисленных частных коллекций. Собрать изображения практически со всего земного шара, воссоздать картины в размер оригиналов в технике письма автора нанесением сусального золота – работа, потребовавшая как душевных, так и материальных затрат. Подготовка выставки шла на протяжении 2 лет. Это не только художник, который рисовал. Это начиналось с идеи, это начиналось со связями со всеми музеями, где хранятся оригиналы. Это переводы на иностранные языки, это договоренность о покупке электронных версий. Это была колоссальная работа. Я даже сам для себя впервые, когда занялся этой темой, открыл в Климте величайшего, кроме всего прочего, пейзажиста. Его пейзажные работы, они просто вот настолько прекрасны, настолько звучны, настолько ярки, что отойти от них просто невозможно. И я хотел бы, чтобы наши белорусы, и не только, и гости нашего города, те, кто не всегда имеет возможность выехать за границу и посетить музеи с оригиналами, хотя бы в копиях прикоснулись бы к великому Климту. В рамках выставки планируется проведение ряда культурно-образовательных мероприятий: вечер венского вальса, празднование дня рождения Климта, дни поцелуев, когда каждый желающий и особенно новобрачные смогут сфотографироваться на фоне знаменитой картины «Поцелуй». Также они смогут посмотреть документальный фильм о Густаве Климте и приобрести на память сувениры. Приглашаем всех за впечатлениями. Выставка будет работать в Витебске до 30 июля. Находится по адресу: пространство Пирамида 2, бизнес-центра Марка Сити.